В одном видеоролике я поднимала большую тему, это про нравится всем. И есть люди, которые просто не начинают ничего делать, потому что в своей голове они должны всем понравиться. Вот как какая-то медалька должны понравиться, как золотая монета. А если вдруг не понравился, то все, ты не удался. Конечно, когда живешь с такой парадигмой или все, или ничего, это просто крах, который просто напрягает. Ну, правда ведь? И про нравится всем. Пока вы в своей голове не решите, что вы должны быть только лучше себя вчерашнего, но ничего не поменяется, абсолютно не будет никаких новых моментов, которые создадут великий космос в вашей голове. Да нет никакого космоса, вы сами космос. И когда мы с вами говорим про нравится всем, есть люди, которые максимально боятся даже показаться кому-то, показаться глупым, показаться смешным, показаться некрасивым, показаться. И когда человек боится показаться, то, соответственно, он ничего не делает. И тогда выход в какой? В бездействие, в лень, в апатию, в прокрастинацию, а дальше депрессию. Представляете, какая легкая связь? Сначала лень показать себя, да, да вдруг ты даже, ну прыщик у тебя, ну губежки у тебя не как у золотой рыбки, ну говоришь ты, может быть, и картавишь, может быть, у тебя, может, ты лысый, но ты делаешь, а если ты делаешь, то ты проявляешься, и тебе могут сказать, да, мы тебя принимаем. Но самое ужасное, когда тебя не принимают, и ты сам не можешь этого принять. Вот это очень настораживает, когда тебя отвергают, и ты этого не можешь понять. Почему так? Значит, я не такой, значит, я не вошел в этот мир, значит, меня не приняли, значит, меня отвергли. И начинается эта история с самооценкой и так далее. В общем, про нравится всем. Если вы не золотая монета, не там Бентли какой-то, не какая-нибудь Роллс-Ройс, то в принципе нравится вы должны себе и тем людям, с которыми, на которых вы равняетесь, с которыми вы работаете. Вы должны быть приемлемы. И то везде есть. Пазл совпал или не совпал? Например, пациента и врача, у психолога и клиента совпал пазл или не совпал?